Здравствуйте, в эфире телеканала «Беларусь-2», информационная программа «Эстафета новостей». О наиболее значимых событиях региона за минувшую неделю расскажут корреспонденты телерадиокомпании «Гомель». Итак, главные темы выпуска. В Гомеле прошли мероприятия по случаю освобождения города от фашистских захватчиков. Вопросы развития животноводства рассмотрели на заседании Гомельского облсполкома. В Гомеле подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства среди руководителей учебных заведений. На минувшей неделе самым масштабным и знаковым событием стало празднование 72-й годовщины освобождения Гомеля от фашистских захватчиков. По этому поводу во всех районах города прошли возложения цветов и венков к братским могилам и монументам. Митинг на аллее героев, открытие башни обозрения и презентация города будущего. Обзор наиболее значимых мероприятий, приуроченных к этой памятной дате, в репортаже наших корреспондентов. Аллею героев в Гомеле открыли в июле 2014-го. В композиции памятник воину-освободителю, плиты с фамилиями погибших солдат и офицеров Красной Армии, а также стелы с именами героев Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Одни из них – уроженцы Гомеля, другие отличились в боях на территории области. Герой Советского Союза Федор Котченко это звание получил за проведение диверсии против захватчиков во время пребывания в партизанском отряде. Его внучка Ольга сейчас является студенткой юридического факультета и мечтает работать в Следственном комитете. Федор Котченко умер, когда ей было всего 3 года. А потому о его боевых подвигах девушка знает прежде всего по рассказам родителей. Командовал подрывной группой, в которой, в состав которой ходило 5 человек. За время его командования подрывная группа пустила под откос 1 бронепоезд, 10 эшелонов. О Великой Отечественной в Гомеле сегодня помнят не только люди. На смотровой башне, которая находится на территории дворцово-паркового ансамбля, до нашего времени сохранились следы от снарядов и пуль. Во время празднования 72-й годовщины освобождения Гомеля башню снова открыли для посетителей. В администрации ансамбля считают, что объект будет востребованным среди гомельчан и туристов. Кстати, сегодня башня – одно из самых высоких строений в городе. Ее высота – 40 метров, а потому сверху хорошо виден весь областной центр. Гомельчане смогли не только восстановить практически полностью разрушенный город, но и сделали его одним из самых красивых в Беларуси. В 2007 году, когда закрылась башня обозрения, по техническим причинам было очень много пожеланий, жалоб, почему она закрыта. И на протяжении вот всех этих лет к нам поступают просьбы, пожелания, когда она откроется. Поэтому я думаю, что она будет пользоваться спросом, потому что это очень оригинальный объект. Главную идею нынешнего празднования 72-й годовщины освобождения Гомеля можно сформулировать следующим образом. С площадки для боевых действий Гомель превратился в площадку инновационную. Причем в самых разных сферах. Учащиеся гомельских школ, например, предложили свое видение Гомеля через 200 лет. У студентов технического университета планы не такие отдаленные. Сейчас они разрабатывают мобильное приложение, которое позволит ознакомиться с историей гомельских улиц, названных именами героев, а также непосредственно судьбами этих людей. Проект достаточно интересный, и достаточно сложный, в принципе, для них оказалось, потому что ребята 2-го курса, они еще некоторые технологии не до конца изучили, то есть в процессе вот изучения они сделали такое-то мобильное приложение. Торжественное собрание в день освобождения – мероприятие в Гомеле традиционное. Правда, каждый раз организаторы стараются сделать его не похожим на предыдущее, но при этом обязательно интересным и запоминающимся. Депутаты Гомельского областного совета утвердили концепцию программы развития животноводства в Гомельской области на период до 2020 года. Главная цель документа – повышение эффективности отрасли за счет производства конкурентоспособной продукции. В частности, в течение 5 лет производство молока планируется увеличить на 35, мясо птицы на 37, крупного рогатого скота на 24%. Насколько реальны эти планы, можно судить по заседанию облсполкома, на котором проанализированы итоги работы животноводческого комплекса в этом году.
Самое значительное достижение животноводческого комплекса Гомельской области – надои молока. Как ожидается, по итогам года его будет получено 1 миллион 12 тысяч тонн. Такой показатель в регионе был достигнут лишь однажды, в 1990-м. В областном комитете по сельскому хозяйству и продовольствию называют несколько причин. Среди основных – обеспечение отрасли качественными кормами. Достижение тем более значительное, что погода в этом году выполнению планов по кормозаготовке не способствовала. С учетом, видите, насколько климатические условия Гомельской области последние годы нас испытывали, так скажем, но с той стратегией кормопроизводства, которая принята в области, усиленное внимание уделено посевам кукурузы, которая, конечно, дала свою отдачу, мы позволили обеспечить себя кормами, ну и вот уже второй год мы стабильно обеспечиваем поголовье скота полноценными комбикормами. Пожалуй, самой проблемной сферой на Гомельщине оказалось свиноводство. Причины в основном объективные. До сих пор влияние оказывают последствия африканской чумы свиней. Хотя, по большому счету, проблем хватает не только здесь. У хозяйств нет средств, чтобы за собственный счет строить новые животноводческие комплексы. А кредиты стоят очень дорого. Как, кстати, и сами новые фермы. Последняя из открытых в экс-базе Пинчин Будокошелевского района на 600 голов обошлась хозяйству более чем в 100 миллиардов рублей. В такой ситуации сельхозпредприятия стараются обходиться собственными силами и, где возможно, реконструировать помещения, построенные ранее. Яркий пример – колхоз «50 лет октября» Реческого района. Здесь хозспособом отремонтировали комплекс на 3000 голов всего за 4,5 миллиарда. Сейчас на нем получают молоко только сорта «Экстра». Продукция вся сортом «Экстра». Все молоко реализуется с этой фермы, поэтому и прибыль от этой фермы возрастает. Если раньше был высший сорт, то теперь сорт «Экстра». Как ожидается, программа развития животноводства Гомельской области на следующие 5 лет будет утверждена в марте следующего года. Причем в облсельхозпроде планируют увеличить предусмотренные показатели еще на несколько процентов. Есть все основания полагать, что эти планы будут реальными. Каким образом уменьшить вынужденную неполную занятость? Как заставить нанимателей давать в центре занятости реальные сведения о существующих вакансиях? И зачем нужно проведение кадровой диагностики? Эти и другие вопросы были рассмотрены на выездной сессии Гомельского областного совета. Депутаты ознакомились с ситуацией в Реческом районе и сделали выводы, актуальные для всей области. Тенденции по снижению спроса на рабочую силу на Гомельщине определились в конце прошлого года. Как следствие, в этом году количество людей, обратившихся за содействием службы занятости, увеличилось на 10%. Рост численности зарегистрированных безработных специалисты объясняют несколькими причинами. Во-первых, после подписания декрета о предупреждении социального иждивенчества началась массовая легализация трудоспособных граждан, которые ранее официально не работали. Во-вторых, количество заявленных нанимателями свободных вакансий сократилось до 3,5 тысяч, что почти вдвое меньше количества безработных. Больше внимания на предприятиях стали уделять и кадровой диагностике, расчета необходимых трудовых ресурсов на перспективу. То есть должны анализировать ситуацию на предприятии, количество тех должностей, мест рабочих, которые, возможно, и не нужны, от которых надо уходить с той целью, чтобы сегодня увеличивать производительность труда, для того, чтобы увеличивать выработку продукции на одного человека. Областная и районная программы занятости – документы комплексные. Здесь и профессиональная ориентация, начиная со школ, и содействие в организации самозанятости и непосредственно трудоустройства. Пожалуй, одна из самых проблемных статей программы занятости – переселение безработных в сельскую местность с предоставлением им работы. Во-первых, сами горожане не очень стремятся в деревню. А во-вторых, и в деревнях таких безработных не особо-то и ждут. Как считают в сельхозпредприятиях, если человек не нашел занятия в городе, то и в деревне он не будет стремиться прилагать усилия. К тому же, по ряду причин неполная занятость в АПК в этом году в отдельные периоды достигала 13% от общего числа работающих. Правда, в ряде хозяйств эту проблему решили самостоятельно, открывая новое производство или создавая специализированные рабочие бригады. Мы понимаем, людей выбросить нельзя. Поэтому мы создали свою строительную бригаду, и вот эти люди, которые не очень квалифицированы, привлекаем в строительство. Вот даже в этом году мы построили 2 животноводческие помещения, и эти помещения нам обходятся достаточно дешево. Сарай на 100 голов – порядка 650 миллионов.
это для колхоза очень экономически выгодно. В Гомеле прошел республиканский семинар «Лес, молодежь, будущее 2015». Как отмечают в Министерстве лесного хозяйства, главная цель совещания – ознакомить молодых работников с задачами, стоящими перед отраслью, а также выслушать их предложения. О чем еще шла речь, знают наши корреспонденты. Предоставление первого рабочего места, оказание материальной помощи, обеспечение жильем – это лишь некоторые вопросы, которые традиционно рассматриваются на республиканском семинаре «Лес, молодежь, будущее». В этом году он прошел в Гомельской области. Здесь есть что показать молодым специалистам, хотя не менее важна для них и возможность личной встречи с министром лесного хозяйства, в ходе которой можно высказать свои предложения. Ведь знаний, полученных в высших и средних специальных учебных заведениях, не всегда достаточно для практической работы. Любой молодой специалист сталкивается с одной из единственных проблем в любой отрасли – это применение тех знаний, полученных в университете, применение их на практике. А также в университетах мало учат документообороту, их оформлению, то есть ведение этой документации. Вот. Этому пришлось обучаться уже на практике, на самом производстве, перенимать опыт у старших специалистов. В этом году работниками лесного хозяйства стали около 300 молодых специалистов. В отраслевом министерстве отмечают, что часть из них в ближайшее время будет призвана в вооруженные силы, кто-то после обязательной отработки найдет другую работу. Но, как свидетельствует практика, около 90% молодых специалистов останутся в отрасли, а потому их практической подготовке повышенное внимание. В конечном счете, результаты работы зависят прежде всего от профессионализма кадров. Сегодня среди основных направлений деятельности лесной отрасли – выращивание новых насаждений, заготовка и переработка древесины, реализация продукции, в том числе и на экспорт. У нас есть в стране древесный ресурс, надо эффективно использовать. Эти цели построены предприятия концерна «Беллесбумпром», которые уже вводятся в эксплуатацию и будут приносить доход большой нашей стране, валютной выручке и в целом налоговых поступлениях. На Гомельщине определили лучшего директора средней школы. В областном институте развития образования завершился региональный конкурс профессионального мастерства среди руководителей учебных заведений. Кто он? Современный директор, завхоз или креативный человек, генерирующий новые идеи? Вместе с жюри ответ на этот вопрос искали и наши корреспонденты. Конкурс профессионального мастерства среди руководителей средних школ – совместный проект Гомельского областного управления образования и областного института развития образования. Ничего аналогичного в других регионах страны пока нет. Среди учителей определяют лучших, а работа директоров оказалась буквально вне конкурса. Между тем, у этих людей тоже есть чему поучиться, и не только на уроках. Этот конкурс ломает стереотипы, согласно которым директор школы – это такой своего рода завхоз. На самом деле это не так, и сегодня сегодняшний конкурс позволяет увидеть нам, что наши руководители системы образования – это одаренные, творческие, креативные люди. Финалист конкурса – директор Брилевской средней школы Игорь Селюк из династии педагогов. Их общий семейный стаж – почти 150 лет. Говорит, что сегодня возглавлять школу совсем непросто. Необходимо не только предвидеть перспективу, но и реализовывать новые идеи вместе с коллективом. Это касается и поиска нестандартных методов подготовки учащихся. Учебные программы, учебные планы никто не отменял. И поэтому мы обязаны работать в соответствии с действующими нормативными документами. Но нужно сказать о том, что любой учитель, если это действительно настоящий учитель, он к любому делу отнесется творчески, он внесет какие-то свои изюминки, переработает какие-то материалы и попытается подать материал детям таким образом, чтобы он был интересным, чтобы он был доступным. По большому счету, конкурс профессионального мастерства среди руководителей учреждений среднего образования – это не только определение лучших директоров, но и повышение престижа профессии учителя в целом. При этом все соглашаются, пока этот престиж находится не на очень высоком уровне. Не в последнюю очередь по причине относительно небольшой зарплаты, особенно у молодых педагогов. Когда изменится такая ситуация, неизвестно, но соответствующие попытки предпринимаются. Сегодня в трех школах Гомельской области проходит апробацию пилотный проект по так называемому нормативному финансированию. У нас выделяется определенная смета в зависимости от количества учащихся. Чем больше учащихся, тем престижнее учреждение,
тем больше денег выделяется на год учреждению образования. И руководитель, как опытный менеджер, может ими распоряжаться. Формирует сам смету, планирует закупки. Конкурс профессионального мастерства среди руководителей учреждений образования Гомельской области проходит один раз в два года. Возможно, через какое-то время определять лучших среди них начнут и на республиканском уровне. Сейчас на Гомельщине работают более 2800 директоров и их заместителей. Это большой потенциал и большой опыт, которым здесь не против поделиться с другими. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи.